Путін зустрічається з Лукашенком у Сочі. І вже прозвучала одна заява. Я не можу назвати її сенсаційною, але принаймні є деталі щодо розміщення ядерної зброї. Путін сказав таке: розміщення російського ядерного оружия в Білорусі начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Кінець цитати. Ми з вами безліч разів в минулих ефірах обговорювали ядерну зброю в Білорусі, але я постійно забував звернутися до вас з одним питанням. А Лукашенко сам віддає собі звіт у тому, що ця ядерна зброя на території Білорусі може в першу чергу нести небезпеку для нього, для його режиму і для його, і не для його, вибачте, а для громадян Білорусі? Ну, это лучше спросить, конечно, Лукашенко, потому что, конечно, он мечтал о размещении ядерного оружия на территории Беларуси с первых дней своего правления в Беларуси. Он сопротивлялся выводу ядерных ракет, боеголовок в 1996 году, считал это политической ошибкой первого правительства независимой Беларуси, но он обязан был это выполнить, потому что тогда был подписан соответствующий меморандум, договор, были выставлены гарантии, и у него не было вариантов открутиться от этой ситуации. Поэтому сейчас, когда появилась для него возможность, он, конечно, начал на промилый бог просить Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Это его желание. Тут надо понять, ничего он не сопротивляется, не упирается, он этого хочет. Он считает, что это гарантирует ему вечное правление. До конца его жизни никто не сможет покуситься на его власть, которую он незаконно удерживает. Это повышает его статус в мировой политике. Да, пусть он не сядет за один стол там с президентом США, премьером Великобритании, о чем бы он, конечно, очень мечтал. Но, по крайней мере, все будут знать усатого человека, Homo Sovieticus, Лукашенко, те, кто именно сидит в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже. Поэтому это реализация его собственных амбиций. Отдает ли он себе отчет, что это создает угрозу? Безусловно, отдает. Но вопрос в том, что для него важнее власть. То есть он понимает, что это тот инструмент гарантии, что в случае критичного развития ситуации для него лично это как инструмент, дополняющий как бы его стабильность. Но он ошибается в чем? На мой взгляд, ситуация может выглядеть совсем наоборот. Лукашенко думает, что это гарантирует ему власть, но после того, когда он разместит ядерное оружие на территории Беларуси, возникает вопрос, а зачем он Путину? Ведь он фактически выполнил все то, что необходимо. Ядерное оружие на территории Беларуси, русские могут ввести неограниченный контингент войск, якобы для обеспечения ядерного оружия. И в любом случае они их ведут. Это несколько полков, там один или два, не знаем, посмотрим. И можно смещать Лукашенко с поста, и можно ставить более лояльных. Ну, я не считаю, что там Лукашенко это упертый и сопротивляется Путину, но можно просто поставить своих марионеток, еще более зависимых от Кремля. Днями было заседание... не ОДКБ, але секретарі ОДКБ зустрічалися з Лукашенком, і він сказав про те, що це українці подорвали гідроелектростанцію в Новій Каховці для того, щоб скрити контрнаступлення. Через 2 хвилини він каже про те, що контрнаступлення України, його нет этого контрнаступлення, це большая дезінформація. От давайте розділимо ці два аспекти. Перше, що стосується гідроелектростанції, хочу почути від вас коментар. А по-друге, ну це, напевно, не до вас, а до лікарів, тому що як можна говорити про те, що контрнаступлення нет, і через хвилину заявити, що українці подорвали гідроелектростанцію, щоб скрити контрнаступлення? Вы правильно сказали, что это нужно к врачу обращаться, потому что тяжело здесь найти какую-то логику. Мы пытаемся с вами всегда разобраться и какие-то связки получить в его словах. Но первично он же вообще заявляет, что контрнаступления не будет. Это первые его слова несколько дней тому назад. Вчера он говорит, что контрнаступление отбили. Подбили там сотни танков, куча погибших, да. И так далее. А потом он сразу же говорит, давайте мир. Давайте, срочно нужно заключать мир. Почему он это делает? Потому что он понимает, что реальное контрнаступление еще не наступило. А вот когда оно наступит и к чему это приведет, он этого очень сильно опасается. Вообще нужно понимать, что все те, кто сегодня предлагает заключить мир, они выступают против Украины. Потому что мир, я говорю в кавычках,
штучках, конечно, которые предлагаются, он абсолютно не соответствует интересам Украины. Поэтому Лукашенко в данном случае поддерживает войну, поддерживает Российскую Федерацию. Все те, кто поддерживает победу Украины, вот именно такой нарратив, это нарратив союзников, тех, кто действительно стоит на стороне Украины, на то, чтобы эта война завершилась. Завершилась тем, что должна быть разгромлена Россия как агрессор и должен быть разгромлен режим Лукашенко как агрессор в этой войне. Вообще Лукашенко выполняет функцию вип-пропагандиста. Ведь, заметьте, Путин или из-за старости, или из-за чего очень редко как-то выступает длинно, долго, публично. А Лукашенко уже как получает доступ к микрофону, то он уже остановиться не может. И он говорит, говорит, говорит и наговаривает такое количество, что потом действительно мы разбираемся с вами в многочисленных эфирах. Но вместе с тем он произносит то, что нужно России. И я бы вообще сказал, что вчера-позавчера вот Патрушев был в Минске, такое ощущение, что он сдавал экзамен «Русская пропаганда». Вот была когда-то история КПСС, вот такой же экзамен «Русская пропаганда», и сдал он его на отлично. Патрушев сидел, смотрел, наблюдал за ним, все, что нужно Российской Федерации, он сделал. Почему он делает это? Потому что он хочет сказать русским: смотрите, я свой, а русские должны понимать, он наш. Ведь Затулин не зря сказал последнюю фразу: так а что ж, может, Лукашенко более активно включится в войну, да? То есть хватит там, может быть, играть в какие-то игры, намекает он. А Лукашенко в последнее время активно встречается с губернаторами Российской Федерации. Просто массово они к нему едут, чуть ли не там каждый второй день. А он хочет тому электорату, потому что у него тоже есть электорат в Российской Федерации, дать понять: я ваш, я с вами до конца. Для того, чтобы, если произойдет другая ситуация, электорат российский стойкий, такие как Затулинский и так далее, скажут: что-то Лукашенко уже не наш, зачем тогда Путину такой Лукашенко? И он понимает, что для него это тоже риски. Поэтому он будет работать на это информационное поле и Российской Федерации. Вильфович сказав в рамках цього засідання таке: Запад во главе США розв'язав гібридну війну в отношении стран ОДКБ. Але це підводка насправді до мого запитання, яке стосується військових країн ОДКБ, і питання в тому, чи можуть вони, наприклад, відіслати свої війська для захисту території Російської Федерації. Ви знаєте, що відбувається в Білгородській області, ви знаєте, про що заявляє Легіон Свобода Росії, РДК і так далі, тому подібне. Так от питання, тому що є інформація про те, що нібито Путін схиляє Такаєва, президента Казахстану, для того, аби, ну, знаєте, алавірди. От я послав свої війська, коли в тебе були проблеми. Давай тепер ти допоможи мені. Перше, Путін на це піде. Друге, країни ОДКБ підуть на те, щоб надіслати свої війська в Росію? Никогда не говори никогда, но все-таки я рискну сказать, что я не верю в сценарий, что ОДКБ примет общее решение о поддержке военных действий Российской Федерации против Украины. Второе, кто единственный может поддержать, это Лукашенко. Лукашенко этого не делает по земле, он делает другими способами. Раньше ракетами, аэродромами, и до сих пор аэродромы все используются, полигонами, оружием, но он боится этого, и этого, кстати, опасается Путин, ведь направление российских, белорусских вооруженных сил в Украину может повлечь и для Путина проблемы в Беларуси, а он не хочет себе сейчас создавать дополнительных проблем. Поэтому здесь где-то играет общий интерес. Лукашенко не надо создавать проблемы внутри страны, Путину тоже не нужны проблемы внутри Беларуси, поэтому не направляют белорусских военнослужащих в Украину, потому что это может привлечь к последствиям. ОДКБ не примет такое решение, потому что Казахстан не проголосует за это. Уверен, что и Армения не проголосует за это. Таджикистан, ну, Таджикистан, какая там роль Таджикистана? Где там армия, да? Они держатся на том, что там защищает границу с Афганистаном российский контингент, да, российские военные базы. Казахстан сегодня уже почувствовал, что Россия слаба. И поэтому мы заметили с вами, что Такаев на регулярной основе показывает зубы Путину. Он делает это публично, он делает это достаточно жестко, видно по мимике, он профессиональный дипломат, он умеет это делать и показывает своим даже лицом, как он относится ко всем этим идеям. Там, хотите ядерное оружие? Вступайте в союзное государство. Потом он выходит вместе с казахами, заметьте, да, выходит с казахами, вокруг окруженный, там, я не помню, кажется, это крестьяне были, представители сельской сферы, сельскохозяйственной сферы Казахстана, и дает ответ, что мы за независимый Казахстан. Да. Армения, Казахстан имеет уже поддержку Китая, и он понимает, что его безопасность и будущее – это не с Россией. Да, экономические связи будут, они какие-то и останутся, но вместе с тем он вектор уже
положил в другое направление. Если же мы говорим про Армению, Армения тоже. Визит Пелоси, американцев в Армению, гарантии со стороны Франции. Я помню, работая в Франции, ведь огромное лобби армянское во Франции. Поэтому Армения тоже понимает, что Россия не дала им никаких гарантий безопасности, и она тоже не будет вписываться в этот сценарий. Так что у ДКБ не вижу такой вариант развития ситуации.